вторая серия второго сезона. Ты нас вызывал, Моро? Да, у меня есть небольшой план. Ну и какой же? Путешествие во времени. Дело в том, если мы уничтожим Ллойда в прошлом, не будет и в будущем. Это хороший план. Но как нам попасть в прошлое? Тем более, это уже идея была занята Гармадоном. Ничего, Гармадон все равно стал теперь добрым, поэтому эта идея практически освобождается для нас. Ну что, вы согласны? Согласны. Однако, как мы попадем в прошлое? Легко и просто. У меня есть специальный посох, который может выполнить только одно мое желание. Если я буду его использовать два раза, его действие прекратится, и он станет обычной палкой. Ну что, ладно, давай. Ну хорошо. Вот и он, старый добрый посох. Кстати, он даже потяжелел. Не в этот раз, Моро, на этот раз ты не попадешь в прошлое. Что, ниндзя? Как вы сюда попали? Мы ползли по вентиляции. Ну что вы, олухи, стоите? Быстрее остановите их. Кроме тебя, темный лорд, ты отправишься в прошлое и остановишь Ллойда. Хорошо. А вы, Нададхана и Банша, остановите ниндзя, чтобы они снова нам не помешали. Хорошо, Моро. Ну что, ниндзя, потанцуем? Ну что, Нададхан, мы снова встретились? Да, но этот раз я стал сильнее, как чем обычно. Ну что ж, мы сейчас это проверим. Эх, Лэнти, как я давно мечтала о том, чтобы наконец-то с тобой побороться. Я тоже ниндзя. Ну что ж, надеемся, в этом бою кто-то все-таки сможет победить. Я на это тоже надеюсь. Друзья, вы не поможете, потому что меня тут обезоружили. Наконец-то я уже дождался этого момента, когда я кого-то могу все-таки одолеть по-нормальному. Надеюсь, ты сейчас будешь рад, потому что твоя радость будет недолгой. Спасибо, сенсей. Да не за что, всегда обращайся. Моро, я, конечно же, не жалуюсь, но как долго еще ждать? У нас уже войско кончается сейчас. Это не войско, это тем временем подмога. И не жалуйся, ты темный дурак. Это сейчас процесс длится очень долго, поэтому подожди еще чуть-чуть. Эх, ладно, сколько еще ждать? Максимум где-то 2 минуты. Но для тебя это еще не так уж долго, правда ведь? Мы же еще никуда не спешим. Ребята, смотрите туда. Похоже, Моро хочет открыть какой-то портал. Это нехорошо. Это очень-очень нехорошо. Моро, я, конечно же, не боюсь, но ты уверен, что все по плану? Я 100% я уверен. Я этот уже план кучу раз видел, когда люди прыгали в какой-то портал и возвращались в прошлое. И все было норм. Ну что ж, ладно. Ну что, прыгай? Что тебя уже мешает? Ничего, сейчас. Ребята, а это хорошо, когда темный лорд прыгает в какой-то портал, который, возможно, ведет в прошлое, и они собираются изменить прошлое? Стоп, в смысле, Джей? Там они что, снова собираются изменить прошлое? Ну, я видел, что темный лорд куда-то прыгнул. Ну ладно, тогда за ним, чтобы он там не натворил делов. Ладно, за ним, быстрее, ниндзя. Похоже, ниндзя бегут сюда. Нужно побыстрее закрывать этот портал. Быстрее, ребята, Моро, видимо, закрывает уже портал. Ладно, тогда ускоримся. Ах, быстрее, закрывайся, ты дурацкий портал. Быстрее, ребята, прыгаем. Что ж, последняя надежда только на темного лорда. Ребята, вы знаете, как мы здесь оказались?
Я-то нет, я просто гнался за тобой. Я тоже. Похоже, мы попали в прошлое, только в какое? Эта среда мне что-то напоминает. Похоже, где-то идет битва. Так давайте пойдем поможем им. Наверное, это опять разбойники на бедных людей напали. Продолжение следует. Обязательно поставь лайк под этим видео. И обязательно подпишись на этот канал, если этот канал тебе очень понравился. Ну, пока.